4 пропущенные шайбы за один период. Хоккейный клуб «Югра» уступил на своей площадке астанинскому «Барысу». Подопечные Анатолия Емелина пропустили первый гол на 2-й минуте матча, а к 6-й минуте уже уступали 0-2. Тренерский штаб «Югры» принял решение сменить вратаря, но вышедший вместо Ильи Проскурякова Владислав Фокин оставался сухим недолго, пропустив дважды на исходе периода. В середине второй 20-минутки гости отличились еще раз. От фиаско югорчан спасли 2 шайбы в большинстве, заброшенные менее чем за минуту. Но совершить подвиг мамонтам не удалось. Итоговый счет 2-5. «Югра» вновь опустилась на предпоследнее место Восточной конференции. Шанс реабилитироваться у югорчан будет в субботу, 14 октября. В «Ханты-Мансийск» приедет «Адмирал» из Владивостока. Безобразное начало матча, то есть в чем причина, мы разберемся, конечно, почему так подготовились к игре. Но потом пытались что-то переломить. Ребята вроде старались, но нет, все усилия вратарь.